Российские парламентарии разделят полномочия местных и региональных администраций. Законопроект о единой системе публичной власти прошел первое чтение в Госдуме. Он должен разрешить противоречия между регионами и муниципалитетами. Сейчас они часто возникают именно из-за разграничения обязанностей. В новом законе будут четко определены обязанности, которыми занимаются только муниципалитеты, а также перечень полномочий, которые можно распределять в регионе. Авторы проекта заявляют, что после его принятия управленцы на местах смогут действовать более свободно. С другой стороны, повысится и ответственность местных властей перед жителями. Основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года. Он практически исключает отфутболивание между муниципальными и региональными властями по типу того, что вот это моя зона ответственности, это не моя зона ответственности. Он четко определяет те полномочия, которые есть у региональных властей. Он убирает довольно-таки опасные вот эти вот издержки, которые были раньше, и за которые там за минимальные даже там действия вне рамок 31-го ФЗ могли привлечь к ответственности губернатора или там до муниципалитета.